Я Мэг видел, да, Мэг видел. Там не бабушка, дедушка. Здесь мы уже были. Пошли, пошли сюда, прозрачная вода. Пошли, искупайся, потом пойдем, куда ты хочешь. Разве не все равно где? Ну так посмотри, какая там вода и спуск какой удобный. Искупаться. Потом пойдем лазить по камням, как ты хочешь. Договаривались мы там на каяке. На речке. Посмотрели мы на эту речку, а речка грязная, мутная. Не искупаться. Ничего не поделать. Что-то как-то мы расхотели этот каяк на речке. А вот чтобы на море покататься с каяками, тут проблема. Большого каяка трехместного нету. Есть такие вот одноместные, маленькие. Он красный плавает. Вроде такого. Проблема. Не знаю, видно или нет, но вода прозрачная вообще. Прозрачная вода, где плавают рыбы. Это, конечно, не Котао, но все равно отсюда ты хотела туда перепрыгнуть, а потом оттуда туда. Ну как обратно? Плавь. Со всеми своими игрушками, сумками, тапками. Плавь. Хочешь? Нет, одна не иди, подожди, я тебя сниму оттуда, ты что? Это так не пойдет.